Прием-прием, друзья, на связи Шедимен, Леди Леска. Привет, друзья. Сегодня в Майнкрафте мы устроили челлендж. Каждый сегодня должен будет построить 10 эмоджи, а после этого мы будем угадывать, кто что построил, и надеюсь, что мы поймем вообще, что мы сделаем. Но ты прямо сейчас не ленись, пиши в комментарии, какое твое эмоджи, то есть смайлик, то есть самый-самый любимый. Посмотрим, мне кажется, в комментариях наберется просто огромное количество смайликов, это будет выглядеть прям очень-очень круто. Ну и, конечно же, после этого также обязательно не забудь поставить лайк под этим видео и подписывайся на наш телеграм-канал. Каналы, база Шедоуни, Лискоуни, Нубоуни, и не забывай про мерчи, ссылка находится в описании под роликом, там столько всего, это просто бамбалейло полнейшее, но мы готовы, так, что, полетели, по времени я мы готова. Не ограничены сегодня, но чем быстрее, тем лучше. Ура! Вот, так что погнали, да, Мубик, вот скажи, что была. Ты смеешься, ну я уже начинаю, да. Так, четыре. Что такое, Нубик? Давай, вы может начали, быть, ты отойдешь, а мы потом уже продолжим, когда у тебя все это закончится. Нет. Все хорошо, не смеюсь. Вот, потому что потом Нубик самое последнее будет говорить: ой, мне времени там не хватило, еще что-нибудь. Хорошо, сейчас. Так, друзья, в общем, я строю смайлик. На фоне слышу какие-то очень непонятные звуки. Вот. Нет, это резко. Я? Нубик, ты, по-моему, вообще не понимаешь. Всё, так, друзья, я думаю, то, что вы зато понимаете, так. Какой смайлик я сейчас строю, но почему-то он выглядит как-то друзья, очень подозрительно. Да, строю так. Смайлик, но все-таки вы, наверное, пока что не понимаете до конца, то есть, может, вы понимаете, но не до конца. Капец, Нубик, что это, речь какая-то пошла, что ли? Да. Представляешь, Леска строит, вначале не понимают, что это, а потом постепенно картина вырисовывается, представляется, становится понятно. Представляешь? Так, ладно, короче. Кто как, я не знаю, но я уже сейчас строю второй смайлик. Как-то криво. Четыре. Нубик, а у тебя по-другому бывает, что ли? Так, друзья, давайте постепенно. Знаете, тут больше всего и сложнее всего это заполнять внутри этот смайлик, потому что нужно огромное количество желтых блоков для этого. Ой, точно! Мы же надо строим. Не удивлен. Я знал, что это произойдет. Я это знал, друзья. Точно! Давайте здесь теперь. Нубик, а ты как, с ногами, с руками, что ли, смайлик строил? Но на его, видимо, не в лежачем, а в стоячем положении. Типа, какой-то этот смайлик стоит просто строила. Так, друзья, здесь сделаем... Ой, вот так. Так, а если вот у нас так. Получается... Так, ладно. Так, давайте... Не все они одинаковые. Так, раз, два, три, четыре, у вас все идеально одинаковые? Я постараюсь, да, строить идеально, но, опять же, давайте... Мне кажется, чем более криво получится, тем лучше, чтобы угадывать. Но не надо строить специально криво из-за этого, Нубик. Криво? Вот так. Я маленькую, так скажем, схему вроде как... Настроил себе, как я строю. Ой. То есть у меня смайлики, я стараюсь прям одинаковыми строить. Ладно, первый готов, если поймете. Второй сейчас будем строить. Надеюсь, так. Нубик. Тоже очень сильно надеюсь на это. Ну, ё-моё. Так, что дальше, друзья? Что дальше? Давайте попробуем изобразить. О, мне этот смайлик понравился. Конечно, вот такой легендарный. Я буду его строить сейчас. Так, я выбираю цвета. Думаю, друзья, вы по цветам поймете, что это за смайлик. Да, действительно, желтый какой-то, ничего себе. А нет, по цветам желтый, не только желтый. Так, о, кстати, друзья, погодите, так даже лучше получается. Вот, пускай оно так и остается. Вот, так, прикольный. А надо еще эти блики добавить, чтобы красивее было. Нубик, аж блики какие-то, еще что-то у Нубика там. Так, а если я вот так сделаю? Ну что вы каждому движению осуждаете? Зачем? Я ничего не говорил. Это ты, Нубик, что-то придумываешь. Так, готово. Так, ребят, я уже третий смайлик закончил, кстати. У вас как дела? А, да, я начинаю. Я только третий начинаю. Так, здесь тоже, друзья, вот так вот заполняем. Заполняем. Как бы мне смайлик построить? Так. Слушайте, ну это интересная тема, строить какой-то смайлик, потому что они такие разные все. Да, везде ой, нужно ну, стараться изображать разные эмоции. При том, что у нас как бы они достаточно компактные, вот. Мало блоков, и на них еще труднее все изобразить. Да-да-да. Так, сейчас тут сюда выровнять. Сюда. Пахов выровнять. Так, Нубик опять как-то. Нубик, что с тобой происходит? Бесса сегодня с какой-то передачей юмористической. Как я смешно вообще. Что, как тебя ветром сдуло, что ли? Меня ветром сдуло. Откуда я знаю, ну у тебя постоянно что-то там происходит. Так, здесь поставим. Здесь готово. Так, ребят, я уже седьмой, если что, построил. Как у вас идет стройка? Да не, не может быть, ты чего? А что? Как это так? Да ладно, шучу.
да, седьмой? А я думала, почему это нубик капец, вот сейчас резко там у нубика пинг еще дойдет. Следующая фраза до нубика тоже. Попозже. Так, друзья, какой бы еще смайлик сделать? Короче, есть одна идея, но... я не знаю, как это будет выглядеть. Возможно, это будет выглядеть очень странно и не очень понятно. Вот, но я постараюсь. Так, только у меня тут уже съехало немного. Так, меняем. Он мне нравится. Мне нравится. Так, и мне, наверное, для этого еще, ребята, потребуется немножечко другой оттенок. Так, а я вот так вот, знаете, что попробую? Вот такой смайлик. Ой, какого цвета. Ой, такой прикольный. Мне нравится. Так, следующий смайлик, какой бы мне, например, выбрать? Ой, куда я так красоту делаю? Ой, вот это. Например, еще куда? Вот сюда куда-нибудь? Так, надо другой цвет, потому что оно более не красное, а такое розовое, да. О, так, наверное, надо вот так делать. Прямо вот сюда вот и здесь вот так. Пам-пам, пим-пам. Вот, и получается, друзья, вот, что-то типа такого, и, наверное, это лишнее тут. Так, о, все, вот это прям очень условий. Похоже, то, что я хотел. Так, раз, два, три, четыре. Так, наискосок, раз, три, четыре. Тоже это ставим, великолепно. Так, мне надо растянуть так, побольше. Соединяем и заполняем. Так, тыц-тыц-тыц. Когда слишком узкий, получается, глаза всякие не вмещают. Так. Туда. Так, а вы строите эмоджи только смайлики, или вы тоже, ну, вернее, используете еще эмоджи, что-то? Но я хочу смайлики пока... по большей части строить, потому я пока только смайлики. Я тоже, да, я тоже пока только смайлики строю. Ну, мне охота, знаете, экспериментировать что-нибудь прикольное. Я сейчас посмотрю, как мне получится. Что бы еще сделать, что бы еще сделать? Какой смайлик? Давайте сделаем... О, так, сейчас придумал какой. Короче, вот так. Здесь вот так. Вот сюда. Это смайлик будет немножко, возможно, напоминать Нубоуни. Да? Ого. Я легенда. Так, все. О, просто офигенно. Все. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот сейчас, ребят, я уже седьмой начинаю строить, реально. Фух, так, у вас как идет? Я сейчас четвертый закончила. Так, четыре. Хорошо. Здесь хорошо. Тоже заставляем. Так. А где это? А вот. И есть еще одна идея уже, ребята, для восьмого у меня смайлика. Так, только для него заранее мне нужно подобрать... Прикольно. Это сложно, но все же мне нравится. Сразу я цвет. Сейчас, получается, вот на пятом, да. Так, какие же еще смайлики есть? Пятый. Так, вроде бы еще есть типа что-то вот такого. Так, да, если мы вот здесь 5, вот 5, 5, 5, я сломаем. Делаю. А вы по размеру как делаете? Я вот лично 5 на 5 делаю. Ну, у меня, наверное, побольше. Надо посчитать, сколько там блоков получается. У меня, наверное, побольше все-таки, да. А, я думала поменьше. Ой, я не знаю, что у меня тут в разнобой все. Так, по-моему, у него... Так, ну давайте вот так рот, что ли, изобразим. Как-то вот так. По-моему, понятно, что это такое, друзья. Так, и едем сразу дальше. Так, тот смайлик, о котором я говорил, так, у него будет маленькое изменение. Так, 4 и 4 тут, как обычно. Что там? Ну просто смайлик, получилось. Вот тубику веселье. Если грустно, иди строить смайлики и смейся там над тем, как получается. А я просто так могу засмеяться. Мне всегда было... Мне всегда весело. Ну, хорошо. Великолепно. Я же по... Так, здесь, друзья, берем теперь... Это вот такой цвет. Так, давайте сначала улыбочку сделаем. Давайте вопрос. Вопрос? Какой вопрос, Микс? А вот вы умеете, например, играть на каком-то инструменте музыкальном? Я, наверное, нет. Нет, не умею. Леска? Тоже нет. Я тоже нет. Ну и отлично, поговорили. Вот и поговорили. Так, четыре друзья здесь. Так. Ничего не умею. Да. Так, здесь тоже ставим. Зато, нубик, я умею вообще-то делать фокусы. Ты знаешь об этом? Точно! Много крутых, разных, прикольных фокусов. Так. Кстати, Шедоуни. Да. Шедоуни, что? Запиши кружочек. Какой кружочек еще, Леска? Ты что? За фокус. Нет. Уже скилл не тот. Да, Шедоуни, я раньше не понимала, как он так делает. Я строю, ребят, последнего. Последнего испытуемого сегодня. Так что, если вы еще не достраиваете, то достраивайте. Так, раз, три, четыре. Так, и заодно еще пролечу, посмотрю, кажется, что у меня получилось, подредактирую. Получается, если 10, 10, 10, минус 6, это 10, минус 4, это 6, все.
Что-то ерунда. Так, здесь строим. Я заодно скажу, сколько на сколько у меня смайлик по размеру. А то Нубик там спрашивал, говорила то, что у нее там 4 на 4, да, получается? Или 5 на 5? 5 на 5 уже сколько? 10 на 10. Нифига себе, арена поуменьше. Я шучу. Шучу, у меня не 5 на 5, у меня не 10 на 10. У меня меньше. Так. Тихо, какой последний, самый сложный выбор, друзья. Просто не знаю, какой смайлик может 10-й построить. Какой-нибудь необычный хочется. Я тоже. Потому что я вот попробовала. О, этот, погодите, друзья, построить. Я придумал, какой смайлик можно сделать, но он будет, наверное, жесть какой сложный прям. Чтобы изобразить эту эмоцию на таком маленьком поле. Так, ну допустим, мы добавим сюда. Так, друзья, раз, два, три, четыре, пять, так, шесть. Здесь белый цвет, здесь желтый. Седьмой начинаю. О, давай, давай, резко. Так, и, наверное, друзья, для этого нам потребуется с вами другой оттенок желтого цвета. Например, какой, например, вот такой. Ну-ка. Пойдет вот так. Вот так, так, здесь у нас тоже вот отсюда. Конечно, так получается, как будто не особо понятно, что это. Ой, ну что за тяга. Ну ладно, главное, что Плеска поняли. Мне кажется, они, друзья, если что, поймут. Тут, возможно, тоже сверху нужно что-то поддобавить. Вот так, но я пока что прилечу, друзья. В общем, вот что у нас получилось. Так, Леска, ну, Моуни, я, если что, уже все. Подождите. Ё-моё, у меня так, уже... у меня, друзья, вот ещё такая штука. Ещё 3 осталось. У меня 7, у меня тоже 3 еще осталось. Ну, давайте, давайте, устройте. Я пока что подожду. Итак, друзья, в общем, Леска с Нубиком уже достроили. А, ты меня спрашивал. А кого я спрашиваю, Нубик? Друзья, Леска с Нубиком достроили? Нет, давайте не с меня, давайте с Нубика начнем. Вот, Леска, что там строишь? Не смотрим, Нубик, не смотри на Леску так. Ладно, итак, погнали, друзья. Что тут у Нубауни получается, Леска, смотри. Куда залетать, откуда вы? Сюда вот. Это что? О. Это типа с закрытыми глазами тот... смайлик? Такой рот растянутый у него. Да. Типа покерфейса? Да. Отлично, Нубик, многословно. Ладно, едем дальше. Так, здесь у нас получается просто вишенка какая-то. Все, я больше так не строила, я просто поэкспериментировала. Понятно. Правильно. Да, это вишенка, ягодка вишенка. Так, дальше едем, Леска, это что такое? Это с сердечками, которые такой поцелуйчики. Да, Леска. Да, так, надо будет еще, кстати, потом посмотреть, насколько много у нас будет совпадений, сколько мы одинаковых построили. Да. Так, следующий смайлик, это получается, он такой игривый. Это Нубик себя построила. Это типа язык, который, получается, типа... высовывается. Да, да, язык, да. Правильно. А, язык высовывается. Язык. Угу. Так, едем дальше. Так, тут у нас... Язык. Это что-то... А, вот это хорошо, ты, кстати, закрасила. Это да, тут... кстати, у Нубика реально какие-то полукубические смайлики получились, прям это, колобки. Так, ну он типа... Просто у этого смайлика разные... Ну я понял, что это за смайлик такой. Жизнь. Так, далее. Так, а это что, мьюнинг делает? Нет, это... Ну угадайте, в общем... Высмалькивается как будто. Да, да, салфетка. Блин, слушай, тут... о, вот салфетка. Это, наверное, по оригинальности пока топ-1 для меня. Это прям реально прикольно выглядит. Ну спасибо. И при том, что сразу реально понятно, что это такое. Так, дальше. О, это спасибо. У нас тут... это типа удивленный какой-то. А, вытрященные глаза такие. Леска, ты где? Выпученные. Да, Леска, ты где? Выпученные глаза. Да вот, а, ты сверху отулетел. Я оттуда сверху. О, смешно. Прикольно. Так, а это что такое? Погоди. Что это? Ой, это как будто троллфейс какой-то. На самом деле, давайте подумать там вам. Ну смотри, Леска, получается, у этого смайлика есть брови сверху. Какие-то такие вот. Это улыбка, а это лицо в сторону, насколько я понимаю. Ну типа такой, знаете... Такой смайлик подмигивающий, что ли? Ты очень сложный смайлик. Да, какой-то сложный, не очень... Он такой полуулыбающий, да. Так, ладно, едем дальше. Тут, а что это такое? Лягушка. Это типа смайлик, которого тошнит или что? Он тоже типа зеленый. Да, это тошнит. Да? А похоже на реально какую-то лягушку просто. Я знаю. Так, вот это. Так, это что-то... А, это... Я знаю, что это такое, Леска. А, который... Я поняла, у него отъехала голова. Взрыв мозга, да, типа. Взрыв мозга, да. Так, это ну... когда Нубик все время слушайте, говорит. Ну Нубика все понятно, в принципе. Все понятно, все смайлики назвали. Так, пойдемте тогда к Леске, возвращаемся. Ой, Леска, сейчас буду смеяться. Ой. Капец. Ладно, Леска, держись, мы с тобой, или я с тобой. Вот так, что это за сандалия тут?
Что это такое? Это утюг! Нет. Че, Маша? А что это такое, Лиз? Я не знаю, что это такое. Погоди, Нубик, давай подумаем. Это шлёпанец, тяга. Это как у меня в начале. Смотри, смайлик, который получается с обычным покерфейсом, но у этого смайлика есть... Это... Нет, это не связано. А зачем тогда это стоит здесь? Я просто тапочку вспомнила свою пляжную. Леска-то и нормальная, что ли? Непонятно, друзья. Ладно, ну это леска, что сказать. Второе, это маска, это маска. Это маска, да. Он заболел. Так, третье, это смеющийся такой. А что у него зубы с глазами единое целое? Это просто очень смешно совершение. У него больше похоже, как будто он, не знаю, челюсть куда-то вверх уехала. Мьюинг он делал. И у него потом так осталось. Понятно, он так. Просто о, делает. Замерзший. А, это мороз. Да. Это замерзший смайлик. Прикольно, прикольно. Так, здесь у нас... О. Это который отмечает день рождения с таким этим. Да. Капец, а я подумал, что это какой-то, знаете, типа эльф. Гном? Нет, какой-то эльф или да, либо какой-то новогодний гном с такой зеленой шапочкой. А, кстати, урезка совпала со мной. Так, здесь у нас какой? Просто ой, какой-то стеснительный. Ой, все в том же месте, что со мной. Так, вот это я на самом деле думал, что у Нубика должно появиться, но... Удивила, Нубик, удивила, Леска, а ты как-то разочаровала, что ли, получается? Что это такое? Да ладно! Капец, так. Это что? Я тоже не очень понимаю, что это смайлик. Это язык типа? Или он такой сигма делает так губами, или что? Это поцелуйчик. А, поцелуйчик, окей. Так, это у нас что-то туфля. И кольцо. Это кольцо. Необычно, необычно. Так, ну неплохо. Так, пойдем теперь ко мне. Так, вот такие тяги или тяги получились у Лески. Ох, заворачиваем ко мне. Так, и поехали. О, крутой. Кто? Да, солнечные очки. Смайлик. Это точно. Не ты же? Солнечные очки. Я круче. Так, да, это солнечные очки. Здесь что дальше? Тут он типа, а знаете, пот такой стекает, по лбу, такой неловкость такая. Почему? Она будет смеется, типа. Какая неловкость. А, ладно. Так, далее у нас... Это очень смешно, разрывная. Это Нубик вообще всегда такой. Так, да, дальше. Это этот такой несчастный. Обиженка. Обиженка. Ну, просто а, ну, грустный да, получается. Поцелуйчики. А, это как у меня. Да, это я таким образом сердечки изобразил. Вот. Это подмигивающий. Да, вот это Нубик. Вот это я про Нубика говорил, то, что смайлик подмигивающий. А, ну он не левым глазом же подмигивает. В смысле, а каким о, глазом? Леска, хотела, а каким кстати, глазом он под, это подмигивает-то? Подмигивает? Левым. Ну, а ты говоришь, не левым. А это не лево подмигивает. Это левый глаз, Нубик, ты чего? Это правый вот... глаз. Ты на себя надень эту маску. Нубик, ты что, смотри на меня. А что? Ну, где у меня левый глаз, где правый? Левый красный, а, смысле, правый синий. Правый синий? В смысле? Глаз-то это левый, Нубик, справа. Это правый? Справа слева глаз, а слева правый глаз. Нубик, ты чё? А, всё. Тяжело. То, а, точно, о, точно. Как всё непонятно. Так, ладно, едем дальше. Застенчивый. Такой, да. Нет, зануда такой, типа. Вот это я тоже хотела посмотреть. Да, это фиолетовый такой. Это злой, а это шок. О, вот шок, главное, поняли, потому что я последний, он такой самый был... Сложный, наверное. Да, да, понятно, рот открытый такой видимо. Итак, слушайте, и глаза такие. Совпало ли у меня классно. Что-то с вашими? Такое ощущение, как да, будто бы... А, вот эти застенчивые. Зануда, сердечко, вот это да. Да, сердечками. Смех, по-моему, совпал, смех. Так, а у Лески, подожди, у Лески-то не было сердечком. У нее поцелуйчик только там был. У Лески совпало один. То, что глаза вверх. Так, смайлик, вот я вижу, раз смайлик, ребят, ой, смотрите, этот смеющийся. Ребят, смотрите, как красиво сверху. Да, сверху как прям. Как будто много-много пиц. Да, сверху идеально. Знаете, это как будто на грядки похожи какие-то. Да. Прикольно очень. Друзья, в общем, вот так у нас сегодня получилось. В итоге мы сегодня построили целых 30 эмодзи за это время, и они вот так вот издали выглядят, конечно, безумно круто. Ну что же, а на связи был Шэдимен. Всем удачи, хорошего настроения, не болейте. Увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока. Пока-пока, друзья. Всем пока-пока.